Такого мы еще не видели. Не ради славы или награды, а во имя спорта. Сегодня участники челленджа «Ивантеевка, делай как я» прямо в студии Ивантеевского телевидения. Отжимаются, делают акробатические элементы, показывают все, на что способны, благодаря регулярным тренировкам. Мы хотели выразить вам свою благодарность и симпатию, потому что то, что у вас получилось, это было классно. В челлендже, который длился 2 месяца в Инстаграм, принимали участие целыми коллективами. Всего было выложено около 300 постов, повторяющих и расширяющих задания, которые давали жителям чемпионы России и Европы, мастера спорта. Трехлетняя София, самая юная участница челленджа, очаровала редакцию исполнением танца живота. Очень-очень понравилось, побольше бы такого. Еженедельно среди участников спортивного марафона проводился розыгрыш. 6 специальных призов. Карточки в спортивный магазин подготовил коллектив редакции. Челлендж поддержала школа единоборств «Динамо Ивантеевка», а также местное отделение партии «Единая Россия». Сегодня участники показывают и творческие таланты. Читают стихи об Ивантеевке семейного сочинения. Приехал Ивантеева знатный купец, построил жилье. Не домик, дворец. Все фабрики бросил в подарок ногам. Хотите сказать, что не верится вам? Новые конкурсы проходят в рамках реформирования городского телевидения, а также посвящены 25-летию нашей телекомпании и 90-летию ивантеевской журналистики.